В столице продолжается масштабная работа по капитальному строительству магистралей. Как сообщили в мэрии, в рамках проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека за счет гранта, предоставленного правительством КНР, по сей день ведется активная работа по строительству 49 столичных улиц. Обновляются бордюры, ирригационные лотки, а также строят новые тротуары и съезды. Эльвира Сатыбекова с подробностями. Энергично продолжается капитальный ремонт городских дорог. Бишкекская мэрия за счет китайского гранта начала ремонт на 49 столичных улицах. Также в рамках программы развития города Бишкек продолжается ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных дорог. Так, в этом году только по Ленинскому району столицы будут отремонтированы 32 улицы общей протяженностью 50 километров. Ремонтные работы по улице Льва Толстого на стадии завершения. Здесь откроется сквозная трасса от улицы Шабдан-Батыра до Уэзова. Проложили более 4 километра асфальтобетона. Для этих целей задействована вся специальная техника. Вопрос качества и времени – самый главный критерий в ремонте дорог. С утра и до позднего вечера работают дорожные бригады. Выполнить ремонт в срок и так, чтобы покрытие прослужило не одно десятилетие, помогает техника. Перед сдачей каждый объект проходит тщательный мониторинг. На сегодняшний день работа ведется на 28 улицах, строительные монтажные работы. В 5 участках ведется строительство по строительству моста. На 3 улицах по укладке асфальта работа завершена. Это улица Иманалиева, улица Медерова. 80% работа выполнена по улице Достоевский. Также обновляют асфальтовое покрытие еще на 50 улицах, которые профинансируют из городского бюджета. Кроме того, некоторые улицы станут длиннее, а тупики превратят в транспортные развязки, обещают сотрудники Бишкек асфальтсервиса. Но с началом капитального ремонта некоторые проезды были закрыты, тем самым создают неудобства для горожан. Однако сотрудники муниципалитета находят этому альтернативу. Бывают такие случаи, которые вообще нету альтернативных дорог, но это 2-3% составляет от всех улиц. Мы всегда для этого оставляем технический проезд, который мы сами используем. Всегда будет проезд, потому что мы на эту проблему очень хорошее внимание обращаем. И не бывает такого в многих местах, вот даже 97% не бывает такого, нету альтернативных дорог, всегда есть. Помимо этого, для создания комфортных условий передвижения пешеходов на улицах города проводится капитальный ремонт тротуаров. Работники предприятия «Зеленстрой» высадят в этом году более 10 тысяч деревьев. Эльвира Сатыбекова, Нуркамиль Асанов, общественный первый.